Всем привет, рыбакам! Вот и выбрался на рыбалочку. Приехали на черчик. Говорят, клюет сазан. Ну, будем закидывать, будем смотреть. Приехали, сколько сейчас время? 9:30 утра. Рано не выехали, потому что холодно. И так сейчас чуть-чуть прохладненько. Ну все, будем рыбачить. Будем снимать, как всегда. Всем смотреть. Пока. И удачной рыбалочки нам. Ну вот такая речка. Ну как всегда, здесь чуть-чуть мусорок. Будем убираться по возможности. Будем смотреть. Вон лошадки ходят. Питончик. Здесь рыбочка прыгает маленькая. Ну посмотрим, сейчас будем закидывать. Вот там дальше тоже черчик. Ну, вот здесь более-менее течение вроде ничего. Не такое сильное. Вот здесь водоросли есть. Надо будет аккуратно. Ну, все, рыбачим. Опа, рыбочка прыгнула. О, рыбка прыгает. Рыбка прыгает. Закинулся, три спиннинга, один комбайн, один просто, что-то уносит, там, видимо, зацеп, что-то унесло, сейчас шевельнулось, не знаю, ждем, вроде поклевки там у дядьки есть, тоже какие-то мелочки, мелкие поклевочки на фидер. Непонятные какие-то. Ну-ка. Кстати, сегодня воскресенье, 31 октября. Да, завтра 1 ноября. Если октябрь до 31. Да, октябрь до 31. Сегодня 31 октября 2021 года. Так, поставил колокольчики. А то отхожу. Может утащить еще. Не знаю. Мусор цепляется. Вот такой. Видно вот такое. Тина. Тина цепляется. Рыбаки приезжают. Вон там машина, там рыбаки ходят. Вон там еще. Вон там дальше тоже рыбаки сидят. Не видно. Ну, рыба идет. Не знаю, говорят, 600, 700, 800, 900 и ушел. Ну, крупных тоже ловили, говорят. Мы первый раз. Вот, ждем. Что-нибудь доклюнет. Надеемся. Закинул червяка. Червяк вот этот так подрыгивает. Может, мелочь, пескарь. Может, еще что-то. Что-то клюнуло, что? Что там, карась? Ну, а ебанул вообще, блядь. Карасик, карасик. На кукуруз? На кукуруз. А, на бутерброд. Бутербродик. Ой, что-то, хоть что-то. Только клевать начинается. Да. Классно. Нам надо где-то до часиков 3-4 продержаться. А. Ну, кабана пожрем, может, блядь, силы будут нахуй. Оказывается, карасик. А думали, крупняк. Кричали. Не кричали, а потащил хорошо удочку. У меня дома мышек, блядь, голодный.
Вот так. Время 3 часа дня, ни одной поклевки. Дует ветер. Вылез сюда, чтобы там не шуметь возле удочек. Ну, будем сидеть до 5, может быть. Так. Рыбаки приезжают, уезжают, клёва нету. Рыбаки уезжают, приезжают. Такое место. Вот так выглядит. Вот здесь. Частные. А здесь река Черчейка. Вот здесь маленький орычок. Я прошелся возле него. Мелочь гуляет. Маленькие-маленькие вот такие карасики. Вот такие. Такие беляночки. Вот в этом орычке. Вот здесь возле воды все равно отдыхать хорошо. Отдыхаешь, расслабляешься. Ну, ждем. Может, что-нибудь нам повезет сегодня. Карасики, он уже 2 или 3 штуки взял в общей сложности. Первого я вам показал, вторые, третьи там не снимал. Ждем сазанов. Посмотрим. Дерево как пожелтело. Видно? Вот красивое дерево с золотыми листьями. Вот так. Рыбалочка наша. Спинги дядькины. Блин. Вот и время, 5 часов, темнеет, рыбаки уже на той стороне появились, рыбачивают на поплавок, ловят мелочь, карасей, а у нас даже мелочь не клюет. Вот так сидим, сейчас вызвали машину, уже собираемся. Вон солнце заходит. Видно? Видно. Вот такое солнышко. И
мы собираемся домой. Вот так. Всем удачи!